Обалдеть, вот это да. Мистер Мусорок. Хо-хо-хо. Только не сойди, только не сойди. Ну что-то там просто мощное. Ну, больше киложки точно, а то и побольше еще. Ну не подтянуть даже, слушайте. А давит, давит-то как. Хотя может и щука, потому что ну сильно бьет. Нет, судак. Доброе утро. У нас ночью был дождик, хороший дождик такой. Здесь вот по поляне ручьи текли. Вот песок вымыло. Такая прям речечка была. Дождик хороший был. Ну и сейчас все затянуто. Такая погода пасмурная, влажность сумасшедшая, все мокрое, сырое. Ну, поедем, попробуем. Вдруг рыбке нравится такая погода. Первая поклевочка утренняя. Но кто-то, наверное, не крупный, потому что мотаем со всей скорости. Или окушок, или совсем маленькое что-то. Или сошел. Нет, не сошел. Ну такой малыш. Ой, еще и в лодку за раз залетел. Эх ты, чудик. Вот карандаш. Смотрите, какой карандашина. Кошмар. Иди. Принеси нам, приведи нам бабушку, дедушку, кого-нибудь постарше. Эй, малышонок. Только хотел развернуться. И он на тебе. Ай, чудик. Так. Ну, пойдем попробуем против солнца. Шли по солнцу в спину. Сейчас попробуем в обратную сторону. Что будет? Поехали. Ну, такие поклевки. Редкость на троллинг. Это очень редкость. Вот такой вот. Его даже судаком-то назвать страшно. Это нано-судак. Главное, что таких вот некоторые особи гребут без зазрения совести, в лодку кидают. Их даже рыбаками назвать-то сложно. И считают, 35 судаков поймали. Так что не знаю, нам таких судачков не надо. Пускай приводит бабушку, дедушку или кого-нибудь постарше. Так, разворачиваемся. Короче, два судачка вот было. Ну, одного на мистер Мусорок попался и, блин, не включил камеру. И вот сейчас на какого-то беленького, не знаю кто там. Так что мелкий-мелкий судачок поклевывает. Но очень пока мелкий. Будем искать покрупнее. Прошелся вот по 3 метрам. Сейчас пойду чуть-чуть глубже. Потому что вот на 3 метрах вот два совсем нано-судака клюнули. Сейчас пойдем 3,5-4. Воблерочки по 3 метрам. Вот сейчас они у меня в землю пахали. Так это хорошо по дну шли. Мистер Мусорок отрабатывал дно хорошо. Так что пойдем вот 3,8. Чуть поглубже. Поехали. Ездил к друзьям в гости, к Андрею с Татьяной на полянку. И вот только-только отъехал от них. Закинул. Как всегда, 2 спиннинга, 2 воблера. И поклевочка. Кстати, тут, кажется, мистер Мусорок у меня стоит.
Да. Меня мистер Мусорок разловил судака. Ха-ха! Обалдеть! Наконец-таки! Смотрите! А то вот в комментах писали, что можно повесить любого. Ну вот, я поймал при вас судака. Зачетный судак. Ха-ха! Круто! Мистер Мусорок ловит судаков. Вчера щуп косил, а сегодня судачка поймал. Кстати, второго. Я первого отпустил, но совсем маленький был. И камеру не включил, забыл. А это вот, пожалуйста, нормальный зачетный судачок. Ага. Мистер Мусорок ловит судаков. Красавчик. Будет сегодня жаренка судачья. Вчера были щуки жареные, сегодня судака, потому что я его не довезу. Далеко от поляны. Придется жарить его сегодня. Но мистер Мусорок ловит. Смотрите, маленький. До 3 метров ныряет. И поймал судачка наконец-таки. Молодец. Мистер Мусорок продолжает рулить. Ну это совсем уже, совсем интересное что-то поклюнуло, а? Я только зарядил мистер Мусорок. И там конкретное что-то клюнуло. Там судачище. Там судачище, ребята. Я прям чувствую по сопротивлению. Обалдеть, вот это да. Мистер Мусорок. Хо-хо-хо. Только не сойди, только не сойди. Ну что-то там просто мощное. Ну, больше киложки точно. А то и побольше еще. Но не подтянуть даже, слушайте. А давит, давит-то как. Хотя может и щука, потому что ну сильно бьет. Нет, судак. Вот это да! Двушка судак! Двушка судак! Мистер Мусорок, спасибо! Обалдеть! Смотрите, вот воблер в садке. И вот судак в садке. Ха-ха! Ну двуха! Ну двуха хорошая! Обалдеть! Надо срочно его в воду. Вот это да! Вот это да! Слушайте, середина дня. Судак клюет, а? Ну, ха, чем не трофей? Ну тут 2-2,5. И это мистер Мусорок. Сейчас привяжу судачка. Тогда воблерочек достану. Обалдеть! Хо-хо! Вот это монстра поймал мне мистер Мусорок. Неожиданно. Во, ребята. Вот такой малыш. Куда там зацепился? Вот такой малыш. Судака на 2,5 бахнул. Ха, даже руки трясутся. Обалдеть, класс! Главное, 2 подряд судака. Вот один маленький, а второй приличный. Хо-хо-хо-хо. Вот это да! Мистер Мусорок рулит. Слушайте, в одном месте 2 судака. Сразу так настроение поднялось. О, так, а что теперь с этим судаком делать? Его же куда-то надо деть.
куда-то его привязать хотя бы. Сейчас повезу прятать. Пока спрячу. Сейчас маленького ребятам отвезу. Ой, пока отключаюсь. Ха-ха, адреналин. Супер. Мистер Мусорок ловит. А у меня опять поклевка. Опять на мистер Мусорок. Вот что делать? Там другой китайский, который, ну, всегда хорошо ловил. А вот второй день подряд мистер Мусорок рулит. Вот что делать? Не глушусь, потому что против ветра сразу закрутит. Надеюсь, так вытащу. Но опять же, судак. По повадке чувствую судак. Вот, видите, сразу закручивает. Вот, мистер Мусорок. Ну, ловит. Ловит. Просто ловит. Ну, вот таких мы отпускаем, конечно. Но это совсем маленький судачишка. Пусть отдыхает и набирается сил. Но мистер Мусорок меня удивил. Вот слушайте, ловил, но никак не разловить было воперочек. Щучки клевали и все. А это вот, слушайте, второй день подряд прям фигачит судаков. Вот только что поймал на двушку хорошего судака. Вот. Вот такой воблерок. Блин, обалденно. Судачки клюют. Сейчас еще разочек здесь пройдем. Так что вот такой воблерочек. Опять его в воду. Опять. Пока включишь камеру. Сегодня уже две рыбины так упустил. Не включается камера и все тут. О, кто-то там уперся, а? Придется заглушиться. Он, правда, на поверхность вышел. Но упирается знатно. О, какой там боец, какой боец. Черенок, ты мне чуть в лодку не запрыгнул. Красавчик. Вот ты красавчик какой. Ой. На мистер Мусорок опять. Вот кто не верил там, что подкладываю я эти воблера. Вот смотрите. В жабрах, в пасти. Мистер Мусорок. Ну, такого отпущу. Хотя здесь все 40 сантиметров. Люди таких гребут. Я бы тоже взял, но уже хватает щучек. Так что вот, отличается мистер Мусорок. Чего-то прям прорвало, тьфу-тьфу. Второй день хорошо ловит. Разловился мистер Мусорок в воблерочек. На 3 метра ныряет. Ну, поехали дальше. Ну что, друзья, вот такое открытие для меня. Мистер Мусорок. Слушайте, за 2 дня вот и щук, и судаков ловил. Слушайте, оказался замечательный воблерочек. Вот сделаю видео полное. Вот точно такой же мистер Мусорок. Ну, другой расцветочки и ныряет. С такой лопаточки он метров на 5, на 6. Вот его пока еще не разловил. А вот этого за 2 дня... просто разловил замечательно. И судачков, и щук. Всех ловит. Крючки у него мне нравятся. Они такие крепкие довольно-таки. Анодированные, наверное. И здесь вот разогнуть довольно сложно. Такие прочные крючочки. Так что отправляем его опять в воду. Но сегодня вечером что-то вот прекратило клевать. Днем замечательно клевало. Судачка вот на двушечку поймали с помощью этого воблерочка. А сейчас вечером вот
по берегу прижался, ничего нет. И вот по глубине опять идем. Ну, что-то затихло. Опять у нас тучи какие-то лезут. Поэтому еще буквально часик и будем заканчивать рыбалочку. Но, по крайней мере, и так. И вчера, и сегодня довольно удачливо. И судачки, и щучки были, и отпускали много. Так что классный воблерок. Фирма Мистер Мусорок. В Владивостоке сами делают блесна и воблерки. По крайней мере, мне понравились. Надо будет другой расцветочки еще заказать. Ну вот, друзья, уже и вечер. Потемнело. Приехал на берег. Один из моих судаков взвесил 2450. Приказал долго жить. Вот сейчас будем его чистить, скоблить, пытаться засолить, как-то сохранить, потому что есть я уже не могу, у меня еще щука жареная. Поэтому как-то попытаемся сохранить до дома в засоленном виде. Вот такой монстрик. Вау! Красавчик. Так что всем пока, с вами был Михалыч.